Сначала глава региона с вертолета посмотрел, как организовано движение и много ли ремонтных участков на дороге. Чтобы составить объективную картину, губернатор пересел в автомобиль и проехал по одному из самых загруженных участков – от Джубнинской развязки до села Дифановка. Вениамин Кондратьев остался недоволен отсутствием рабочих на перекрытых для движения ремонтных отрезках. Здесь работы, там работы, везде работы, понимаете? Но как таковых-то работ нету. Я еще раз, мы видим бордюры, мы видим ограждения. А людей, работающих за бордюрами, не видим. Поэтому мы получаем, вместо того, чтобы одобрение, что мы расширяем дорогу, мы получаем возмущение. Потому что, я еще раз говорю, огромная длинная полоса бордюров и отсутствие всяких людей, которые работают за этими бордюрами и делают комфорт, это само по себе недопустимо. Тут же, недалеко от дороги, губернатор собрал совещание, на котором присутствовали полиция и Росавтодор. Ситуация на трассе М4 Дон между населенными пунктами Молдовановка и Дифановка критичная. В сторону моря тянутся многокилометровые пробки.